Итак, ребята, всем привет, с вами снова Михаил, мы играем в Deus Ex Invisible War, и, в общем, мы находимся перед станцией метро, и давайте отправляться в новую локацию. Да, воздушный терминал ВТО. Все, что вот было вокруг нас, мы уже там везде побывали, вот, поэтому нам надо двигаться дальше. Так, сразу же вспоминаю, что мне надо делать. Так, так, рассказать Тенджи. Ага. Так, ну начинаем тогда просто исследовать этот воздушный терминал ВТО. Алекс Д. Алекс Д, шеф Морган хотела бы вам много рассказать. Мне пока не удалось поговорить с ней. Тогда постарайтесь поговорить с шефом Морган как можно скорее. Сейчас она в Европе, но свяжется с вами по голокому в ее офисе. Поднимитесь по лестнице, держитесь правой стороны и ищите крыло руководства. Ага. ВТО может в полной мере использовать такого агента, как вы, и вы могли бы предложить вам такие возможности мобильности, какие не может никто другой. О чем это вы? Как вы знаете, после коллапса именно ВТО начало наводить порядок, обеспечивать безопасность, очищать, создавать анклавы, начинать регулировать торговлю между ними. Имея сеть структур, расположенных по всему миру, мы можем предложить агенту массу возможностей в разных местах. ВТО делает замечательную работу, но не приведет ли это как бы к излишней централизации, которая сделала мир настолько... До того далеко мы поощряем отношения между анклавами, а не ограничиваем их. Мы хотим поддерживать динамическую конкуренцию и живую индивидуальность. Это хорошие намерения. Вы можете стать их частью. Ваша подруга из Старсуса, Клара Спаркс, уже получила здесь должность. Подумайте об этом. We're trying to create a new peace where everyone has access to goods that they need and has a mutual interest in keeping commerce flowing. I told you we can't trust Tarsus or the WTO. Я тебе говорила, мы не можем доверять Тарсусе или ВТО. Тебе действительно нужно прийти в нашу церковь и послушать, что хочет сказать орден. Ее святейшество откроет тебе глаза, да пребудет она с тобой. Да я даже не знаю, как прийти в твою эту церковь для начала. При всем желании. Ну, коего у меня на самом деле не так много, но сам факт, что я просто реально не знаю. Так, автомат сладостей, взломать его. Да нет, не думаю. Клиент, солдат. Охереть. Так быстро. Плохо. Сломать. То есть мне даже сейчас платить не надо? Охереть. Вот это да. Лол. Круто мы прокачались. Клиенты. Блин, это, насколько я понимаю, государственное учреждение. Почему какие-то клиенты, мать вашу? What a strange day. All this commotion at the terminal. Что-то там какой-то странный день. Не знаю, о чем она. At least one trainee besides me. По крайней мере, еще один практикант, кроме меня. Докладывал властям. Ты видел Лео? Нет, но я слышал о Билли. Похоже, что она связана с церковным орденом. Полагаю, они могут делать, что хотят. Не могу поверить, что Тарсус это... прикрытие после стольких лет. Что там происходит? Над городом кружил подозрительный вертолет. К счастью, сейчас и пилот, и машина взяты под стражу ВТО. Разведка ордена? Пилота допросят, я не должна говорить тебе больше. Так ты теперь работаешь в ВТО, да? Я просто рада, что ни на что не реагировала, когда люди Тарсуса кололи всякую дрянь в наши вены. И теперь я получила назначение службы безопасности. И это все, что мне нужно было делать от... Все, что мне нужно было от этого места. Что-то такое, короче. Ага, книги. Чиф Морган,
Шеф Морган, вы хотели меня видеть? Я хочу узнать, что вам известно о террористическом акте, из-за которого вы убежали из Тарсуса. Орден хотел прекратить эксперимент, это все, что я знаю. Мы сами следили за этим комплексом. Вы слышали когда-нибудь об организации под кодовым названием «Корпорация Апостол»? Похоже на название секты. Ваши биомоды сделаны в корпорации Апостол. Я вас не осуждаю, но технология очень отличается от биомодов Пьезохим. Единственный, вы проверяете корпорацию Апостол на нарушение патентского закона? Подрыв рынка, гениальность продукции корпорации Апостол в том, что там реструктуризируется ДНК любого носителя для осуществления биомодификации, тогда как стандартное внедрение срабатывает только для одного из 20 пациентов корпорации Апостол. Может выйти на рынок и обрушить цены на биомоды. Другими словами, вы хотите модифицировать людей, чтобы повысить их стоимость как имущество. Если это тебе по плечу, нам не нужен еще один коллапс. Что ты можешь для нас делать? Так это довести до конца свои исследования в пентхаусе министра культуры. Проверить лабораторию Мака на севере города. Мы знаем, что там проводят разработки нелегального оружия, что у вашего бывшего учителя, доктора Насиф, есть там контакты. Тебе нужно нанять пилота и отправиться туда. У нас нет запасных пилотов. Все доступные нам машины заняты катастрофой в Чикаго. Ты можешь без проблем найти пилота в баре логова Гризли в Нижнем Сиэтле. Меня не волнует, кто тебя туда доставит. Просто прибудь туда. Мако разрабатывает новое оружие под названием MacRail. В дополнение в поисках Насиф. В ЭТО нужен агент, который сможет достать чертежи MacRail. Надеюсь, это будешь ты, Алекс. Думаю, мне лучше поискать в логове Гризла. В ЭТО ведет невидимую войну против нескольких опасных врагов. Будь нам предан, Алекс. Нам это нужно. Ёб твою мать, охереть ты. Напала на меня просто, я даже не ожидал, что сейчас буду столько читать. Ага, все, она меня замучила уже, да? Закон ВТО об оружии. Стрелки и коллекционеры должны знать законы анклавов ВТО об оружии. Ношение скрытого оружия разрешено, однако в некоторых районах требуется наложить на оружие блокирующий байт-код на время вашего пребывания в них. Эти коды блокируют действие оружия до получения на выходе сигнала, снимающего блокировку. Дентоны, мифы и тайны. Хотя многие из действий оккультные тайны, мы знаем, что Джесси Дентон сыграл одну из главных ролей в борьбе с серой смертью. Однако, кое-кто подозревает, что он также инсценировал коллапс, а мы это читали. Понятно. В постколлапсном мире коммерческие авиапутешествия виртуально не существуют. Многие люди решаются заключать контракт с наемными пилотами для авиаперевозок. Один пилот может запросить больше денег, чем другой, однако место посадки может действительно стоить того. Впрочем, если вы вдруг передумаете, вы всегда можете потом переключиться к использованию другого пилота. О, господи. What about the situation in East Lane? Still unresolved. Our people have the area closed to pedestrians. Please accept the sincere apologies of standard security. Our people should have screened out the terrorists at the lower Seattle entrance. I'm not blaming you personally. I'm the one who has to face the music, especially given the Chicago situation. I have to admit, there's been some talk here of replacing SSC security guards with WTO military. I expect there will be some fallout. Just wanted to let you know that we have the situation in hand. Так. Я просмотрел документы клуба. Да, и что в этом мешок с дерьмом скрывал? Дайте мне что-нибудь, чтобы я получил ордер, и что это значит, что вам положена персональная премия? Вот обнаруженные данные. Похоже, у владельца есть некоторые незадекларированные источники дохода. Я знал, в последнее время этот человек обманывал меня. Еще до завтра он будет жрать крыс в мусорных баках Кикина. Попомните мои слова, вот ваша награда. Так, с одним заданием меньше. Так, наймите пилота, прийти в церковь, уничтожить кофе и рассказать Денджи про VIP, да? Ага. Так, а у меня каких-то отмычек там по корявому две. Вот, да, вот этих почему-то две. Возьми ее в руки.
Так, патроны, херня какая-то, еда. Посмотрим, что это такое. Надеюсь, не граната какая-нибудь. Глушитель, отлично. Вот это нам то, что нужно. Дата куб. 10-17-69. Ты подключен. Имя Сблорне. Пароль. Ага, это пароль по умолчанию. Измени его. Что бы это ни было. Ну вот, да, у меня новое увлечение — бить здесь мебель. Камера. Выключить. Камера в фойе выключить. Отлично. Так. Точно мне больше здесь ничего не надо. Еда и патроны. Ну, думаю, нет. Да, тебе надо работать, но ты не сваливаешь, не даешь мне пройти. Так, да, мы истратили эти две отмычки. Оружейные моды. Глушитель установить. Ага. Отлично. Так, проделывает круглое отверстие с помощью ультразвука. Нужен, чтобы проходить через стекло, не тревожа, установлен. Да, я помню, что некоторые стекла, разбивая, поднимает сигнализация. Осколочные пули? Нет, я думаю, не надо. Ну-ка, как у нас пистолет теперь выглядит? Как-то особенно он не выглядит. Так же, как в фильме. Passengers and patrons should be prepared. Welcome to the WTO air terminal. Вот так вот, да? Вот так, вот так. Охереть. Так, туда я не могу попасть, да? You know better than that. Fuck. You better listen to me. We want to give people more choices and more opportunities to live better lives. Surely you want to aid us with such an endeavor. А мне интересно, что если стулом в кого-нибудь кинуть? На нас, наверное, сагрятся в итоге. Скажут, ты говно. Так, ну, здесь я уже, в принципе, все сделал. Ну, дальше меня не пускают. Я тут вижу взлетную площадку, но как на нее попасть, у меня пока нет мыслей. Давайте вернемся назад. Посмотрим, чем себя там можно занять. Верхний Сиэтл. Так. Сохраняша. Что у нас вообще есть интересного? Получен код. Защити ученых. Доктор Насиф, министр культуры. Финансы клуба Вокс. Биометрические данные. Оу. Так, где я? А, все вспомнил. Greetings. Be advised. Cleaner bots in operation. Так, начинаю вспоминать, где были, где не были. Old Seattle Overlook. Здесь нечего делать, я даже не знаю, как эту штуку открыть. Citizens, we have been accused of over-engineering our economy. Well, this is the legacy we inherited from JC Denton.
Любых путешествий... Ага, понятно, мы это, я помню, уже видели. Ага, мы не можем вернуться назад, да? Вы уверены, что я тот, кого вы имеете в виду? Я просто узнал лицо. Они не сказали мне, что вы сделали. Я уверен, шеф Морган знает, что делает. Что вы имеете в виду? Я ничего не делал. Расскажите об этом шефу. Да, расскажите это шефу. Понятно. А, вот тут мы еще можем побродить, поискать что-нибудь интересное. Go away, man. Dr. Red, he's the friendly one. Just trying to scrape a living any way I can. Совсем забыл про это место. Инклинатор. Что бы это ни было. Может, это стоки какие-то, хрен его знает. Сейчас посмотрим. Сегодня вечером наконец-то нормально поиграю. Вот эта серия, она тоже будет коротенькая, 30-40 минут. Потом следующая тоже коротенькая, в обед на работе буду играть. А вечерняя... Ну, может, они будут коротенькие, но их много будет. Сам факт, что у меня просто время будет нормально поиграть. Ох. С утра ты зеваешь, лыка не вяжешь вообще, ничего не понимаешь. A bonus? You expect me to walk into a chemical spill for a few extra credits? What about you? Охереть. I'm sorry, the inclinator is closed. Извините, инклинатор закрыт, пока мы не ликвидируем утечку токсичных отходов. Неужели у вас нет специальных работников или роботов, которые бы все это сделали? Заведующая инклинатором есть бот Че, у нас не так было много аварий с такого масштаба, чтобы он ломался. Не могу поверить, что это случилось. Его можно починить? Единственный парень, у которого есть код от комнаты с ремонтным ботом, заперт на другой платформе. Еще у нас есть аварийная система очистки, и для ее у нас есть код. Но дистанционное управление повреждено. Я пытаюсь заставить одного из этих болванов выйти на балкон обзорного отсека, чтобы включить основное управление, но они боятся шагать. Мы не станем рисковать своими жизнями. Вы не уволите нас за то, что у нас есть немного здравого смысла. Я никогда не говорила, что уволю вас. Я только сказала, что мы теряем деньги из-за того, что потом придется кого-то отпустить. Я все равно надеюсь найти кого-то посмелее этих ребят, чтобы быстро выполнить работу по контракту за приличную сумму кредитов. Если у тебя все получится, сообщи мне, что я могла бы заплатить тебе. А пока никто не сможет попасть в Нижний Сиэтл. Сто кредитов, да, за то, чтобы что-то починить. Ты приближаешься к токсичным отходам, о которых я говорила. Директор ВТО пожинает плоды своего опасного производства. Думаю, это небольшое загрязнение. Вся дневная норма за рабочий день. Территория была перекрыта им, и пришлось развернуть роботов для ее патрулирования и охраны. Да хранит тебя там, тыры-пыры. Пока читал, какая-то херота в меня выстрелила. Что, вашу мать, произошло? Почему ты в меня стреляешь, говно? Так, как у нас задание интерпретируют? Так. Очистите инклинатор от токсинов, чтобы возобновить сообщение между верхним и нижним Сиэтлом. Воспользуйтесь ремонтным ботом или аварийной системой очистки. Так. Мне нужно просто пробраться вот сюда, да, отлично. Я просто сразу не увидел, но подозревал, что это, что именно туда мне надо. Не ломается. Так, тут еще одна такая ёбань ходит. Processing,
Так, пробегаем, пока она нас не палит. Мда. Отлично, лечение в стиле Скайрима мне нравится. Так, он не работает. Так, использование ремонтных ботов. Вы находитесь возле ремонтного бота, когда ремонтный бот рядом, он запрограммирован автоматически пополнять биоэлектрическую энергию, питающую ваши биомоды. Круто. А я думал, что здесь его нету. Так, лечение мы включить не можем. У нас его просто нету. Патроны, отлично. Так. Опа, привет, дружок. You must be Mathers. Your supervisor. Ты, наверное, Матерс. Твой начальник послал меня найти тебя. Что там происходит? Я знаю, там была утечка токсинов, но, кажется, никто не собирается ничего делать по этому поводу. Ясно дело, наноинформер ведь не работает, а ты единственный, у кого есть код от помещения, в котором находится ремонтный бот. Если ты дашь мне код, я все сделаю. Да, похоже на выгодную сделку. Ага. Отличная работа, территория очищена, природный баланс восстановлен. Блин, а я отмычку зря потратил. Подожди, женщина, я спрыгну туда. Вот. Да. И мы загрузимся, где я не потратил отмычку. Блин, с ума сойти вообще просто. Расточительство миллионного уровня. Потратить отмычку. Ужас, ужас. Блин, а я еще, наверное, где-нибудь перед этой вентиляционной шахтой сохранен. Ну, благо, недалеко бежать, я думаю, сейчас быстро доберемся. Так. Ну, уже после нее хотя бы. Так. Паскуда, мразь. Блин. Так, ну хотя бы у меня сейчас карта в голове нарисовалась. Где мы и как находимся. Она совсем небольшая, поэтому тут достаточно легко сейчас будет перемещаться. Так. Пока эта ебака нас не палит. Блин, она нас спалила, походу, да? Но мы не будем медлить, мы пройдем по-быстрому. Бежим к этому чуваку. You must be Mathers. What's going on up there? I know. Apparently the nanoformer isn't functioning. Yeah? Sounds like a fair trade. Так, отлично. О, у нас уже почти 1500 кредитов, это неплохо. Отлично, сэкономили отмычку. Так, все, давай, чувак, стартуй. Сейчас здесь все очистится, мы побегаем, поизучаем. Че, кого, вон он уже едет. Не нравятся мне эти звуки клацающих лапок, конечно. На заднем фоне. Во, вообще оперативно, только коснулся и уже готово. Отличная работа, территория очищена, природный баланс восстановлен. Еее! Ты мне денежки-то не забыла, женщина, перечислить? Бля.
Во. Нанять пилота, прийти в церковь, ага. 100 кредитов, ну неплохо, неплохо. Area returning to normal. Ага, можно куда-то ниже спуститься, но... Вот почему здесь плавный переход, а во всех других локациях какой-то, ну, пиздейшн. Не знаю, не знаю. Давайте спустимся, проверим, что здесь еще на нижнем ярусе. Теперь можно уходить с этой платформы. Утечка ликвидирована. Отличные новости, спасибо. Так, ага, туда можно просто спрыгнуть, но мы не будем больше повторять этот захватывающий трюк, потому что он стоит жизни, к сожалению. Так, надеюсь, там эти поехавшие роботы меня не будут атаковать. О, лесенка. Лесенка — это всегда интересно, потому что мы стремимся вверх. Или вниз, если мы дно. Так, система безопасности, отлично. Я думаю, мы с ней подружимся. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Отлично. Включить систему очистки от яда. Ага, мы вот так могли это сделать. Неплохо, но я нашел более интересный мне путь. Гранаты? Да нет, не думаю, что они мне нужны. Да блин, я так и думал, что это говно здесь водится. Фух. Интересно, а куда ведет? Не падай, не падай. Эй, что за... Во, я просто залип там почему-то, не знаю, что произошло. Вообще он как-то странно лазит по стенам. Какие-то кульбиты вытворяет. Не совсем ясно, сколько со стороны он реально лезет. Так, ты-дын, ты-дын. О, вы это тоже видите. Там отмычка. Иди сюда, родная. И есть контакт. Сохрнямба. Так, я нашел себе новый объект исследования, от которого... Только завали там свое хлебало. Я хожу, исследую, меня остальное ничего не волнует. Так. Эти полупокерские роботы, мать их за ногу, а. Все, мне больше, видимо, нечего здесь делать. Сука. Вот это было неприятно, конечно. Нет, такое расточительство здоровья я не могу себе позволить. Надеюсь, у меня там уже подобрана отмычка. Не очень охота мне бегать за ней снова. Входим, получим 100 кредитов и поедем в Нижний Сиэтл. Ой. Так. А то я думаю, что это я там пройти не могу. Ну давай, падай, падавай. Е. Е-е-е. Оливье. Так. Во, да, сюда. Аптечка — это хорошо. Жалко, здесь нет медбота. Так.
О, кабинямба. Сиги. Кредиты. Отмычка какая-то странная. Еще более странная вентиляционная шахта. Тьфу. Ничего интересного не оказалось даже. Давай, слазь, отлично. Блять, это просто свет. Я сохранился перед тем, как включить-выключить свет. Потрясающе. Я решил эту проблему. Территория теперь безопасна. Фантастика. Вот несколько кредитов за беспокойство. Еее. Так, ну что, поехали вниз. Это что такое? А, это Пивчанская банка колы, да? Ну ладно. Это тоже банка колы. Так, вот мы и внизу. Давайте делаем сохранямбу. На клуб Вокс сохранимся. Ниже нельзя, но я вижу, что что-то внизу еще есть. Что-то, что можно исследовать еще в перспективе. Так, отмычку пока не тратим, а то знаю я, как это бывает. Я вижу. Ориентир. Хе-хе-хе. Выпустите. О. Так, в трущобы Нижнего Сиэтла нет, спасибо пока. Я еще изучаю локацию. О. Еще туда можно спуститься. Ну да, как бы неспроста, что там есть что-то еще. Ладно, пойду сначала сюда. Еще, может, парочку минут надо побродить. Спрыгивай. Ты говно. Че там этот заверещал что-то? Че, убежал, что ли? Секунду. Где, чувак? Too dangerous. Too dangerous. Ладно, я вот дубинкой завалю, так уж и быть. Ссыкло ты этакое. С дубинки его неблагодарное дело валить. Это хоть и быстрее, но мы теряем ровно столько же здоровья, если бы с ним бодались вот так. Потому что он у нас, считаете, перед мордой прямо взрывается, скотина такая. Ой, говно. Сраные паукороботы, паукоботы, или как они там называются. Ну вот, даже больше, наверное, потратили. Ну и на кой мы сюда спустились, даже ни черта интересного нету. Ой, какие звуки. Охереть, он типа залез, вот это лол. Это я что-то, короче, сначала много раз нажал пробел, а потом его удерживал. Прикольно, буду знать. Я в турбину залез. Еее. Вылазим отсюда. Мы у нас слишком много здоровья потратили на все это говно. Непонятно зачем. Для того, чтобы взять аптечку, ну да. Колдуем. Так, мужик, ты ничего не видел? ПП, ну она как полуавтомат, нет, не надо. Так, универсальный магазин я тоже откажусь.
задать Вере вот следующий вопрос. Мог ли я сюда забраться окольным путем? Потому что мне опять же обидно, что я походу отмычку просто так потратил. Так, никаких тут лазеек нету, да? Ну, я не наблюдаю, по крайней мере, как можно сюда более окольным путем забраться. Не думаю, что мы сможем, но... Ну ладно, типа я не зря отмычку потратил. Ну, предположим, имеет место такое быть. Все, перед тем, как мы спустимся дальше, я сохраняюсь. И прощаюсь с вами. Нижний Сиэтл мы будем исследовать уже в следующей серии. А на этом всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.